Здравствуйте, мальчики и девочки. Я решила сделать еще один обзор АСМР. Сейчас я передам привет. У меня, правда, бумажка маленькая, но зато удаленькая. Вообще, это кусочек бумажки от документов Zeven. Я сейчас запишу вам обзор и буду собираться за Эйвен. Потом поеду к подружке на левый берег. Если получится, то сделаю запрос для Дины из Тюмени, та, что присылала мне чудесную посылку. И вот. Вот эта часть вот как раз из нее. Заколочка чудо. Еще мы пойдем купаться. На мне купальник. А ты хороши. Ну, года 3 или 4, и он до сих пор нормален. Ну и, в общем, так вот. Сейчас я вечером я постараюсь сделать обзор Эйвена. В общем, Анастасия Киселева, привет. И Юлия Позднякова, привет. Такая маленькая бумажечка. Я надеюсь, что ее видно. Еще я буквально сегодня вот только что залила видео обзор на бальзам зелененький против пули, который у меня был в обзоре сумочки, содержимого сумочки. И я решила протестировать один на режим, который для фото. Оказалось, что некоторые режимы исключительно для видео. Я что-то никогда раньше не задумывалась на эту тему, ну, просто иногда как-то не приходило в голову. И сейчас я снимаю видео на какой-то тоже режим стабилизация. Не знаю, как получится. Да, вот я учила, тут меня просили ногтями поскребить. У меня параллельно скребу ими. Еще просили про триггеры, но у меня опять из головы вылетело, что это такое. Прошу прощения. И еще Алена О, приславшая мне чудную посылочку, прислала мне чудный какао, 3 пакетика. И я решила, что Денис, который не Н, а Б, из Нижнего Новгорода, думаю, будет рад. Я вот этот один из 3 пакетиков в 22 грамма залила себе в молочко. Очень боялась, что молоко у меня испортилось, но оно вполне еще ничего. Я не помню просто, когда его покупала. Сейчас я попью это какао, довольно оказался вкусный. Вот он. Такой какао, мне кажется, я его видела в каких-то наших местных сетевых магазинах, но как-то руки не доходили его попробовать. И теперь, благодаря Алене, ссылка на канал будет в видео в верхнем правом углу в таком кружочке с и. Я пью себе вот этот какао. Очень вкусный. Мой сегодняшний завтрак состоял из полуталлового мороженого и какао.
На самом деле какао я уже дня три пытаюсь попить, но постоянно что-то не получалось. Вчера я вообще пыталась склеить ласты, точнее мой организм. И моя подруга, что посылала мне шоколад, вот я его уже немножко попробовала. Кстати, он так интересно шуршит, да? Мне даже так кажется. Он шуршит, как вот вроде такие же, когда кусочек этого шоколада кладете в рот. И это безумная карамель. Выдает у вас по всей полости рта. Примерно так же, если вот такие же. И да, у меня есть еще немножко вот этих чудных штучек. У меня тут на днях была женщина. Мы иногда нанимаем человека убираться. И я ей вот презентовала пару таких вот, объяснив, правда, что ее ждет. Она оказалась сладкоежкой, как она говорила. Очень милая женщина была. Еще я сегодня ночью заценила этот сахар. Спасибо, Алена. Я делала вот такую чашку, кстати, с кошкой, черного чая, целую чайную ложку, даже с горкой чая Лёсти, черный, среднелистовой. Вообще я очень люблю черный чай, среднелистовой, именно среднелистовой. Или мелкий. От него более густой и крепкий настой. И учитывая, что нужно было черный чай крепкий, я буквально 8 таких пакетиков в первую чашку засунула. Довольно интересный такой сахар, но мне он показался чуть-чуть менее сладкий, чем обычный. И мне кажется, он немножко темнее. Хотя, возможно, я просто была немножко не в кондиции осознавать происходящее. Потому что я так и не поняла, чем я отравилась. Ну, на вторую чашку я доливала просто кипяток в этот чай. В эту чашку, в заварку. Он еще был более-менее в кондиции крепости. И я добавила еще 3 вот таких пакетика, то бишь всего 11. 11 на 5, 55 грамм. 55 грамм сахара я вчера затестировала. Спасибо. Еще у меня тут есть немножко скрытая пастила без одной палочки. Это мне моя подруга приносила тут на обед. Она иногда ко мне ходит. Я специально иногда ничего не готовлю, но иногда специально ради нее делаю суп и иногда второе. В этот раз я делала рис с корейской заправкой. Оказалось, что это какая-то кимчи, если не путаю. И на ней можно делать суп типа мисо, а можно сварить рис. Рис получился, конечно, очень острый, но со сметаной эта острость немножко снижалась. И, в общем, довольно вкусный. Если еще добавить котлетку, я покупала в нашем магазине, но вообще это как кафе или столовая Волга. Все, кто приезжал когда-либо в Углич, чаще всего обедают, но кушают именно там. Там недорого и довольно вкусно. У меня бабушка еще раньше там работала, пекла, кажется, пироги, возможно, торты, но чем-то вот таким. И вот она мне приносит всегда что-то к чаю, или заранее договариваемся, или что-то на свой вкус. Вот она принесла вот как раз пастилу, она сделана 14 мая 2016 года, то есть буквально совсем недавно. И сегодня я иду к Женьке, я возьму эту пастилу к чаю. Я думаю, вполне ничего, потому что так она будет у меня лежать, я, возможно, про нее забуду, что я уже, в принципе, сделала. Плюс у меня еще довольно много сладкого от вас
мои дорогие девчонки. Ну и пастила живет 3 месяца, то бишь она уже свой месяц жила и осталась жива. Зачем ее держать до ее клинической смерти, когда ее можно вполне скушать чаем с подружкой и ее семейкой. Еще у меня эта чудесная коробочка. Один пакетик я угостила свою тетушку, попробовала сама. И моей тете очень понравилось. И я решила, что второй пакетик я открывать не буду и просто подарю ей. Я думаю, Наташа из Германии, привет тебе, кстати, если ты смотришь это видео, будет не против. Плюс я все-таки сейчас напишу в кухах немножко. Довольно интересное такое печенье. Я так поняла, что это кукурузные хлопья и арахис в шоколаде. Мне кажется, что я довольно долго тут треплюсь в камеру и совсем не знаю, сколько же у меня осталось времени. И будет удивительно, если вот оно сейчас закончится и я не успею нажать на паузу, как в прошлом обзоре солнца. Ну да ладно. Я поделила между своей подружкой, ее семьей, Машей. Не помню, давала ли тетушке, но и кажется, 2 или 3 штучки все-таки слопала сама. Довольно забавная вещь. Прикольная. Вообще очень редко им жвачки, но тут она. Я даже пару пузыриков сделала. И, кстати, здесь он еще есть чем покушать. Хвостик. Интернационал. Бубль-гум. Пойдет на сожжение и принесет пользу окружающей среде, ибо золой можно удобрять, насколько мне известно. Еще у меня тут сладкоежки у меня. Осталась целая порция 4 печенинок. Ария, кажется, посылки Алены. Они специально спрятались в этом пакетике, чтобы пошуршать. У меня уже подходит время. У меня скоро выходить за Эйв. Я не знаю, пишется ли мне это. Надеюсь, что пишется еще на камеру. Наверное, доброй ночи, ребята. До новых встреч. Я понимаю, что... Ну, в общем, я пытаюсь стараться более лучше выполнять эти ваши АСМР. Стараюсь сделать что-то там, был запрос на АСМР Том. Я про
правда еще не смотрела видео это. Еще у меня почти созрела мысля, меня как-то просили ВКонтакте сделать АСМР макияж подруги. Хоть я и делаю исключительно макияж губ, но я попробую это записать. До новых встреч. Не скучай.